Есть что-то, что вас бесит в людях? Ну вот, кстати, меня, когда люди что-то тупят или глупят, я не бешусь совсем. Они же могут что-то не знать, что-то не понимать там и так далее. Меня, если бесит, то бесит апломб, с которым люди говорят о том, что у них есть мнение. Мнение должно быть основано на фактах. Факты должны быть изучены. Причем не только под фонарем, потому что там светло, а, так сказать, все имеющие отношение к делу. И как только вы собираете все эти факты, имеющие отношение к делу, вы понимаете, что у вас не может быть мнения. Потому что любая ситуация значительно сложнее, чем может казаться на первый взгляд. И поэтому не может быть мнения. Может быть рассуждение, собеседование, сократическое общение. Когда вы пытаетесь, ну, как-то увидеть в объеме то, что вы рассматриваете. А мнение... У меня вот такое, у меня сякое. Ну, это меня... Я не скажу, что это бесит меня, но мне это вызывает сочувствие.